Благодарю, господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, ваше превосходительство, дамы и господа, дорогие друзья. От имени администрации связи Азербайджанской республики приветствую всех вас на полномочной конференции Международного союза электросвязи. Как вам известно, администрация связи Азербайджана с 1992 года является членом Международного союза электросвязи, а в 2014 году была избрана в члены Совета МСЭ, что является высокой ответственностью для нас. За этот период нами проведена огромная работа по развитию сферы ИКТ в Азербайджане, укреплению сотрудничества с МСЭ, а также активному участию в деятельности Совета. Мы поддерживаем повестку дня «Соединим к 2020 году» в области глобального развития ИКТ. Азербайджанская республика ведет активную роль по достижению поставленных целей и задач повестки. Принимаются важные политические документы, реализовываются стратегические инфраструктурные проекты, а также укрепляется сотрудничество с международными партнерами. Стратегическое видение Азербайджана по развитию ИКТ до 2020 года нашло свое отражение в национальной стратегии по развитию информационного общества. В связи с этим предусмотрено внедрение современных технологий фиксированной и мобильной связи, увеличение использования информационно-коммуникационных технологий, рост интернет-пользователей в стране, обеспечение развития информационного общества и способствование формированию цифровой экономики. Азербайджан занимает 65-е место среди стран мира в индексе развития ИКТ Международного союза электросвязи на 2017 год. Положительным фактором является то, что годы членства Совета основные показатели в области ИКТ в стране неизменно возрастают. Сегодня более 80% населения Азербайджана являются пользователями интернета. 64% домашних хозяйств имеют компьютеры. Количество мобильных абонентов составляет 106 на каждые 100 человек. Расширяется внедрение технологии 4G, увеличивается количество пользователей широкополосных услуг, в том числе и мобильных. Целенаправленные и последовательные инвестиции в инфраструктуру страны приносят значительные результаты. К примеру, в 2016 году в Азербайджане был запущен дата-центр, который стал первым центром региона, имеющим две сертификации на уровне Tier-3. С целью укрепления потенциала малого и среднего бизнеса, стартапов, запланировано создание инновационного центра в столице Баку. Этот центр будет оказывать бесплатные услуги, служить местом продвижения инновационных идей. Им также будет оказана финансовая поддержка в виде грантов и льготных кредитов со стороны Государственного фонда развития информационных технологий. Мы также являемся инициаторами национальных и транснациональных проектов, способствующих развитию целей повестки дня на региональном уровне. К примеру, проект трансевразийского информационного супермагистраль ТАСИМ, поддерживаемый также и со стороны МСЭ, имеет цель прокладки кратчайшего наземной фиброоптической линии, связывающей Восток и Запад, проходящей через Азербайджан и охватывающей страны Европы и Азии в отрезке между Франкфуртом и Гонконгом. Реализация проекта приведет к сокращению цифрового разрыва и откроет новые экономические возможности для стран Евразии, не имеющих выхода к морю. Вся эта деятельность требует уделению внимания к вопросам кибербезопасности. На первой неделе сентября текущего года совместно с региональным офисом МСЭ мы провели первые региональные учения по кибербезопасности, в которых приняли участие представители 14 стран. Надеюсь, что полномочная конференция примет актуальное важное решение по всем насущным вопросам по развитию ИКТ, которое установит новые тенденции во всем мире. Азербайджан, в свою очередь, готов продолжить активное сотрудничество в рамках деятельности Союза. Пользуясь случаем, хотелось бы попросить вас поддержать кандидатуру Азербайджана в Совета МСЭ от региона Си для переизбрания на новый срок, а также поддержать нашего кандидата в Бюро развития радиосвязи. Позвольте еще раз приветствовать участников полномочной конференции и пожелать вам всем успешной работы. Благодарю за внимание.